я же не просто армянка, я же Сафонова Татьяна. И вы даже услышите, как Сафонова Татьяна может говорить на армянском языке. Замечательно. Go. Здравствуйте, друзья мои. Мы в Ереване, но не потому, что многие могут подумать. Нет, я в субботу возвращаюсь. Хотя некоторые сюда приехали понадолго. Понаоставались. Понаоставались. Не только понаприехали, но и понаоставались. Посмотрите, какой бриллиант. Леди ин блек рядом со мной. Да, я просто очень скромно промолчу. Это, мне кажется, просто настраивает. Он пытается меня настроить на эфир. Да, скажи, как тебя зовут? Меня зовут Таня. Я живу в Ереване. Очень люблю этот город. И мы всегда рады гостям, любым. Всегда очень гостеприимно относимся к гостям, к приезжим. И я могу вас уверить, что у нас очень-очень много всего интересного, что можно посмотреть как в Ереване, так и не только в Ереване. Ереван вообще всемирно считается музеем под открытым небом, потому что, начиная от языческих храмов, заканчивая современной архитектурой, есть очень уникальные, скажем так, памятники, которые стоит посмотреть. Помнишь, о чем мы с тобой говорили в самом начале? Нет, я знаю, я поэтому сюда и приехал. Действительно, тут ходишь по бульварам и видишь реликты, которые там, извините, многовековой давности. Но мы идем вот сюда. Да, пошли. Мы пришли, чтобы пойти туда. Но мне же надо было пропиарить Ереван. Так мы и так это сейчас делаем. Вот нет, мы делаем это не с исторической точки зрения, а с кулинарной. Здравствуйте. Здравствуйте. Борис. Так, давайте попробуем что-нибудь выпить, может быть. Ну, или... Я думаю, что здесь стоит попробовать кофе, потому давай что попробуем кофе. Это фантастическое место, где дают один из самых вкусных кофе. Баристы очень хорошо стараются. Да. Это место очень популярное в городе Ереване. Очень излюбленное. Сюда ходят и для того, чтобы вкусно покушать, и для того, чтобы выпить замечательный кофе, еще провести вот в такой приятной, стильной атмосфере с замечательным дружелюбным стаффом время. Давай посоветуй нам, какой здесь кофе заказать. А давай я предлагаю, наверное, лучше, чтобы советовала не я, потому что я буду советовать через призму своего вкуса. Так ну пусть это будет твой вкус. А пусть это будет баристы вкус. Я же хочу тебя поразить. Так ты и так меня поразишь, если ты что-то от себя закажешь. Хорошо, ладно. Ну ты понимаешь, я люблю такие стандартные вещи, я просто тупо люблю американо. А, ты тупо любишь американо. Хорошо, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Помогите нам, пожалуйста. Вот у нас гости. У нас снаружи написано, что мы гости. Да, соответственно, да. Дорогие нашему сердцу. И мы хотим, чтобы вы их угостили каким-то вот таким сногсшибательным кофе, который они будут помнить ближайшие, ну, как минимум, лет 5. Ну, смотрите, поскольку у нас сейчас 8, и завтра или послезавтра у нас будет новое меню. Я могу предложить из нашего осеннего меню pumpkin latte. Pumpkin latte. Да? С тыквой? Да. Ну, но это только ему. Я это пить не буду. Он еще с соленой карамелью. Добавишь мне латте с тыквой. И еще с соленой карамелью. Хорошо, давайте. Не было беды, там еще соленая карамель. Давайте латте с тыквой, да, давайте. Да, я не сомневаюсь, у вас всегда все очень вкусно. Вам с собой или здесь? Да, с собой. Ну, мы здесь походим, но это лучше с собой сделать. Прекрасно. Оплатить вам или туда? Латте. Вот я и стал вот этим вот понаехавшим айтишником. Пью латте с тыквой. И соленой карамели. А, это фишечка. И соленый. Да?
Понятно. Расскажи, как армяне относятся к кофе? Ну, я такой, типа, не знаю, спрашиваю. Для армян это национальный напиток. Конечно, может быть, это звучит очень смешно. Но мы же знаем эти известные армянские плантации кофейные под Ереваном. Да, ты понял. Не культивируют кофе в Армении. Их надо закусывать креветками белорусскими. Почему белорусскими? Их можно закусывать армянской вырезанной стерлядью, например. Вот видишь, мы тоже имеем свой ответ белорусским креветкам. Так. Вот. Да. Теперь тыква. А теперь, значит, о кофе. Кофе не культивируется, естественно, в Армении, но кофе очень популярный напиток. В среднем каждый армянин в год по статистике выпивает 3 килограмма кофе. 3-3,5, что составляет около 67 литров кофе в год. Кофе в Армении в основном начали пить в 40-е годы, когда репатрианты армянского происхождения возвращались из Европы на этническую... Да, мы про 20 век говорим. Да, про 20 век, 30-го. Но 21 века 30-х годов еще не могли. Мы армяне еще не изобрели машину. Мало ли ты про Российскую империю, я же не знаю. Я же все-таки не настолько знаток армянской истории. Это 20-е годы, это советский период, когда репатрианты начали возвращаться. В основном привезли эту традицию замечательную. Ну, с Востока, конечно. Из Франции. И тогда же зародилась культура появления кафе в Ереване. Среднее. Ой, а он у вас коричневый, это топинамбур, да, что ли? Нет, у меня там уже внутри. Это spicy caramel. Это острая карамель. Spicy caramel звучит, ну, конечно... Ну, spicy caramel звучит более секси, но острая карамель, если на нашем. Вот. Тогда и появилась культура открывать кафе, и тогда же люди пристрастились к кофе. А в советское время, я помню, продавался кофе в магазинах, и каждая женщина считала своим долгом купить кофе, но обязательно перед употреблением снова обжарить эти зерна. И когда они их обжаривали, невероятный кофейный аромат стоял во всем дворе. Но я могу сказать, что я гулял сегодня вот по этому парку вашему, который полукругом идем, да, и вот мне тоже это очень напомнило Францию, потому что очень много людей, скажем так, пенсионного возраста с кофейком и с сигаретками. Армяне много курят? В принципе, да. Как и французы, кстати. В принципе, да. Франция, по-моему, одна из самых курящих наций Европы. Можно заплатить вам деньги за ваш прекрасный напиток, сеньор? Может, ты его по-армянски спросишь? Это ваш дочку сейчас вам дадут. Ну-ка, тейст. Давай. Ну, я вообще питерский пацанчик, но я скажу так. О, боже! Не, ну очень вкусно, да. Ну, я не знаю, как насчет очень вкусно, но зато оригинально. Оригинально, спасибо большое. Так, пойдем теперь что-нибудь не по кофе. До свидания, спасибо. Хватит работать, пора отдыхать. А вы что, куда ты нас ведешь дальше? Да. Да, Анжела. Нет, я у вас украду ее. Да, ради бога. Бери. Да, ты знаешь, есть такой анекдот. Значит, два мужика стоят, один другому говорит: слушай, Петька, там как будто лев напал на твою тещу. Говорит: да дурак, сам напал, сам пусть и выпутывается. Куда мы сейчас идем? Мы сейчас идем в кафе. Оно, кстати, не так давно открылось, но тоже стало одним из излюбленных мест ереванцев. Называется «Де Анжело». Там готовят замечательные десерты.
кофе. Но, в принципе, и кухня там тоже очень неплохая. То есть ты нам все по кофе сегодня хочешь? Ну, мы можем попробовать там какой-то... А там есть алкоголь? Ну, наверное, есть. В Африке реки вот такой, вышенные. Да, ну, наверное, есть. Сейчас посмотрим. А можно было там алкоголь тоже заказать? Не-не, ну давай мы как-то распределим наши усилия, иначе... Может, там... Нет, ну смотри, мы тогда мы можем что там, попробовать десерт? Да. Это, этим я собью себе... Вот, знаешь, вот, но кстати, это будет хорошая компания к твоему кофе замечательному. Но человек познает мир, она учится снимать спиной. Она учится ходить, походу, спиной. Ну ничего. Не врезаясь в прохожих. Да, не врезаясь. И во встречные столбы. Здесь же на каждом углу ресторан, кафе, даже не на каждом углу, а вообще везде. Да. То есть вчера один... представители той же самой национальности, к которой имеешь отношение ты, пытался нас уверить, что в Ереване самое большое количество ресторанов на душу населения в мире, если брать процентное отношение. А, это был Виталик, да, наверное? Да, это был он. Это просто почерк чувствуется, потому что у него все всегда самое большое, самое хорошее, больше всего в мире, но в принципе... Я, честно говоря, не обладаю такой статистикой, знаниями такой статистики. Я не могу точно сказать, что это на самом деле так или нет, но я могу одно сказать с уверенностью, что еда и застолье – это культ для армян. Так было всегда и так будет всегда, потому что все армяне делают за столом. Они встречаются... с друзьями за столом, они встречаются с родственниками за столом, они решают какие-то вопросы за столом, они проводят бизнес-встречи за столом. То есть все, что происходит в жизни человека, практически все связано со столом. Поэтому, в принципе, да, возможно, очень много на душу населения. Но больше всего в мире или нет, я, конечно, не берусь так с уверенностью сказать. А вот тут вот, кстати... Но очень интересное. Это очень старое здание конца 19-го, начала 20 века. Ой, смотри, извиняюсь. Вот, смотри, здесь сохранились вот эти старые фрески, старая-старая люстра еще неповских времен. А это к вопросу о том, что на Северном проспекте все вот эти вот новые здания, и, к сожалению, вот было очень много вот таких, и очень мало что... Ты хочешь зайти сюда, да? ...сохранилось. Там вообще очень красивая изразцовая печь, я хотела ее показать. Ой, тут фотосессия. А, это вот она же. Вот, смотри. Может, мы тут коктейльчик выпьем? Или ты считаешь, что это не то место? Нет, оно классно, оно очень модное сейчас. Оно вообще открылось месяца два. Пойдем попробуем коктейльчик. Это вот эта вот печь. Смотри, вот, какая потрясающая. Да, это все они сохранили. Они, когда открыли заведение, они сделали очень его концептуальным, дизайнерским, по-новому стильным. Но вот такие старые элементы, которые сохранились в здании, они сохранили. Вот, еще одна попроще, еще одна у бара. Слушай, обалдеть, это очень круто. Вот смотри, они даже сохранили старые окна. Отлично. Здравствуйте. Сделайте нам, пожалуйста, какой-нибудь один из ваших фирменных коктейлей. Один? Да, один. Ну как ты себя в роли оператора чувствуешь? Нормально. Нормально? Печь я успела снять до того, как ты мне указал. Вау, она растет. Она не только в IT-индустрии, понимаешь. Какая у тебя должность в агентстве? Я руководитель проекта, аккаунт-менеджер, ведущий. Ведущий, аккаунт-менеджер, руководитель проекта.
Вот кто нас снимает сегодня. Вот. Адмалки помощницы Сергея. А Виталий говорил про какую-то помощницу. Это не нет, это не она. Помощница в Москве. Это та, это. Помощница в Москве, и она пасет квартиру, где я останавливаюсь, когда я бываю в Москве. Сережина. Это мой... Ты нам должен. Ну, не, ну это... Дай нам 5 утра ключи курьером отправляла, когда мы были в Москве. Не, ну это мой кэшбэк. Я же 8 лет отдал агентству Real Web. Да? Да, я был руководителем отдела СММ, я его создал. Да ладно? Да. И потом я оттуда ушел на вольные хлеба заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, ходить с прекрасными армянками по Еревану, а чтобы сотрудницы Real Web меня снимали. Ну, видишь, это было продумано. Ты попробуешь немножко коктейля? Ты пьешь алкоголь? Нет, ты не пьешь алкоголь? Нет, я пью алкоголь, но... Ну, мне просто глоток, мне просто нужно, чтобы ты сказала свое мнение про этот коктейль. Ну, попробуй глоток. Хорошо? А как он называется? Если перевести буквально с армянского, то называется «Экрасавица». «Экрасавица». А как он называется на армянском? «Айсиум». «Айсиум». Ой, ты. Это было не специально, честное слово, ничего личного. Как это называется? «Айсиум». «Айсиум»? «Айсиум», да, называется, если перевести на русский, «Экрасавица». Ну да. Так и получается. А что там? Коктейль на основе джина. Используем наши заготовки, да, настойки на основе апельсина, не безалкогольные, кардиалы. Немножко лимона, немножко заменитель яичного белка и вуаля. То есть получается это гомейд? То есть да. Расходники делаете... Вы сами. Почти все. Обалдеть. Сами. Расходники делают сами. Но это можем. Вдвойне добавляет ценности этому продукту. Да, конечно. Татьяна, эй, красавица! Или красотка. Девочка красивая, машин едешь кататься. Так, ну я попробую, и ты попробуешь. Ну, тебя удивила красавица? Ну, он очень такой цитрусовый. Но, мне кажется, для вот такой погоды... Ой, он классный. Вообще огонь, а? Ой, он вообще суперский. Он такой легенький. Это, знаешь, из напитков, что можно пить очень много, а потом чувствуется только тогда, когда встаешь. Да-да-да-да-да. Выйти. Такой, ух. Припудрить носик. И я шариная. Не, ну он очень классный. Отлично. Очень достойный. Супер. Хочешь тем попробовать? Тем более, сейчас, если учитывать... Сейчас мы узнаем мнение специалиста в области интернет-рекламы. Давай. Свеженький. Свеженький. Да. Ну вот видишь, так снимай. Можно много. Спасибо. Я же говорю, можно много выпить. Не, но понимаешь, тут надо разобраться в оттенках. Ну, там джина, оттенок очень чувствуется. Да. Как я называю джин, это елочный фреш. Извините, а можно заплатить вам? Так, слушай, мне, возможно, скоро потребуется Серега, потому что у меня заканчиваются местные эти... Ну, давай я заплачу. Не, ну, слушай... Ну, тебе этого хватит пока? Ну, на коктейль мне сейчас, наверное, хватит, да. Да, конечно, даже мне я кажется, просто до сих пор, я до сих пор не ориентируюсь в местных ценах, сколько это. Мне выдали денег в обмен на доллары, и, собственно, а я... Ну, я тебе так скажу, после московских и питерских цен, цены наши... 4300, ну все, вот и на чай ему тут еще нормально. Цены наши в кафе и в ресторанах тебя должны приятно удивлять. 4300. Курс не очень. 4300 на армянские деньги, сами считайте, сколько это на русские. Но это недорого. Я помню, что я заплатил 300 с чем-то рублей за такси из аэропорта в центр. 4000 это, по-моему, $10. Это 700 рублей сейчас. Так. Теперь ты должен сказать, ты выпьешь такой коктейль в Москве за $700? Нет, в Москве нет. Ну, в Питере, да. В Питере, да. Да, спасибо. Можно вот это у вас выкинуть?
Спасибо большое. Да, отлично, спасибо. А? Ай. Вот так вот я и становлюсь в Армении, блин. Вот теперь все, теперь он меня отпустил. Пойдем. Ой, фотосессия. Это... Подожди, иди сюда. Вы позволите нам сделать? Ну, конечно. Все, ну, как мы встанем так антуражненько очень. Вот так вот, да? Пойдем. Объясни, пожалуйста, мне еще такой феномен, но это я не только в Ереване замечаю, очень много девушек в ресторанах сидят, вот прямо именно девушки-девушки. Но у нас все очень любят рестораны, очень много ходят. Видишь, старые двери какие тяжелые? Да, фитнес-двери я их называю. Это, кстати, тоже очень старое здание. В меня влили коктейль. Кстати, я тебе скажу, Сережа, такой зачетненький коктейльчик. Зачетненький коктейльчик, Сережа. Да, Серега, если вы не узнали, это человек, с которым мы ведем книжную рубрику. Ну, скорее всего, уже вели, потому что он сейчас будет... Не, ну почему же? Не, ну он, я имею в виду, на какой-то... Почему нет, ничего невозможно, ты можешь приезжать в Ереван снимать эту рубрику. Я буду приезжать в Ереван однозначно. Ой, а вот это, а это уже меня как... Петербуржцы радуют такие щели обычно, между нами. Вообще. Ну ничего страшного, вы поверьте мне, там щель. Так, ну вот, мы выпили коктейльчик, выпили кофе. Мы, блин, в основном я. Так. Индивидуально. Может быть, мы сделаем, зайдем куда-то, что все-таки ты тоже как-то продегустируешь, я не знаю. Ну, знаешь, так как я... знаю в этом городе все. Я буду рада, если все-таки ты продегустируешь и выскажешься. О, ты ломаешь концепцию моих выпусков. Ну ладно, раз кстати, мы в гостях, то я готов. Смотри, не, ну я продегустирую, да, конечно. Вот. Смотри, а вот это вот место, да, его почему-то очень полюбили наши замечательные гости. Но они не репатрианты, потому что они не этнические армяне. Но они уже часть нашего города, который мы очень полюбили. И, скажем так, очень рады, что... Они, конечно, не настолько рады, наверное, но... Сейчас мы сделаем ход конем. Что сложилось так. Иди сюда. Ты нам нужен. Ты же репатриант. Ты пьешь алкоголь? Да. Все, пошли, пошли. Все, пошли сюда. Пошли. Сейчас мы на нем будем. Потому что я бы... Так я уже здесь пробовал. Ты больше не сможешь. Не-не, я смогу, но я как бы... Ну, я... Ну, пойдем. Здравствуйте. Вот, видишь, тут как много репатриантов. Так, только выбери ты. А вот. Надо выбрать алкоголь или... Ну, алкоголь, да, алкоголь. Все, выбери ты. А можно я скажу на армянском? Конечно, да, конечно. Как раз будет еще экскурс в армянский язык. Да, все же... Кстати, между прочим, я же не просто армянка, я же Сафонова Татьяна. И вы даже услышите, как Сафонова Татьяна может говорить на армянском языке. Замечательно. Гоу. Байдес. Менг узвенг ролик на каренг, те иншкан лав атмосферный объект нейткан, мег как Ереваном. Еселем это пескардзум. Я уже, кажется, договорил, догадался, о чем она просит. Менг узвенг анимар ясас. Атмосфера Еревана. Иншкан лав на борщ, иншкан славу на каназги, шат неркатизичный каворен кекеле. Ենք շատ սիրել են ձեր օբյեկտը, շատ հաճախ գալիս են, քանի որ ինքը շատ հայտնի ռուսական
Да ладно. Так, теперь мне поведали здесь очень интересные вещи. Я говорю, вы знаете, вот очень замечательный, очень известный в России блогер, который вот хочет... Да хорош. Не, ну ладно, но ты же сказал, что я прям такой бриллиант, я же должна была ответить. Но я-то не девочка, мне не надо. Но все равно приятно. Ну ладно, не важно, да. Вот. И я сказала, что вот я, что население, которое вот славянское переехало сюда, они очень полюбили это место, поэтому я привела Пашу сюда. Они говорят, они не только полюбили, они еще и работают у нас. То есть россияне уже нашли рабочие места в этом заведении. Ну тогда давай ответим. Так, Мекель Мес Кавушек Иншваршат Хаму Дзерь авторский коктейль. Авторский коктейль. Мне нравятся вопрашки, вот обычно там говорят, там «Ах, маляй сука, нахуй», вот такие, знаешь, проскальзывают. Но здесь, слава богу, другой контекст. А как оно называется, это место? Ты знаешь, как называется это место? Как? Эпикюр. Эпикюр? Ой, а девушка будет барменом, и она будет исполнять это? Так, мы будем покорады. Мы представляем новую армянку. А что у меня регистрация, если все официально? Так никто вообще ни слова не сказал. Вы главное слушайте, сейчас. Итак, у нас здесь приколы, да? Так, итак. А, я хотел поздороваться. Давай. Браво! Браво! С почином. Сами вы откуда? Я с Украины. Тем более с почином, давайте. Так это же все говорит о том, что людей очень хорошо встретили в нашем дружелюбном городе настолько, что вот такие дружеские отношения сложились в Стафе, и что человек уже даже армянский начал учить. Конечно. Я думаю, тут уже скоро добрая половина приехавших начнут армянский учить. Да, кстати, я бы вам посоветовала из коктейлей априкотов, потому что это первый армянский национальный коктейль. Армянский национальный коктейль? Да, то есть, называется абрикос. Априкота. Международный, который принялся в Международной ассоциации как первый армянский национальный коктейль. Армянская ассоциация его учредила, заверила, в общем, все дела. То есть, почему он первый национальный армянский коктейль? Потому что туда входят все армянские ингредиенты. Он на основе коньяка армянского, легендарного армянского коньяка. Лучшего в мире армянского. Который очень любил Черчилль. Да. Не забываем подметить. Страна знает своих героев. Туда входит коньяк, мед армянский, ну, абрикосовый джем. И, значит, символ Армении, гранатовый сок. Люди, ну вы, нет, ну я только что концерт, вы понимаете, что происходит? Национальный армянский коктейль готовит национальная армянско-русская девушка. Все, Украинка. Славянка. Спалила контору, а? Итак, а еще у нас здесь, например, всем знакомые негрони, у нас здесь в армянском стиле называется... Негрони в армянском стиле? Извиняюсь, я пил, как мне говорили, лучше негрони в Питере. Ага. Мне вот интересно попробовать здесь негрони в вас. У нас есть и негрони, и твист на негрони, но это не в армянском стиле, просто твист на негрони. Давайте нам тогда ваш национальный вот этот армянский коктейль и один негрони. Хорошо. И еще давайте тогда попробуем все-таки Сюник Олд Фэшн тоже, потому что это твист на... Да вы хотите, чтобы мы тут это... Я вам помогу. Не, ну а что вы нам, по-моему, нам дальше еще идти? Нам еще... Вам даже не хватит. А девушка у нас вообще ходит задом наперед, она еще... Она так вперед даже не сможет, она просто... Как говорится, вперед из песни. Так, сейчас мы твоего мужа, по-моему, подзовем на помощь. Он пьет? Да,
себя. Он нет. Он нет? Да, у него совершенно несчастный человек. У него моментально начинается асфиксия. От алкоголя? Да, у него вот такая непереносимость алкоголя. Это страшное дело. Несчастнейший в мире человек. Сходи, попроси Серегу, скажи, что мне нужно племянника местное бабло. Чтобы мне, что мне бабло местное нужно. Пусть. А я тебе дам. Ну, в смысле, да, я у него возьму, а зачем? Я... У тебя принципы? Не, ну не то, что я прям принципы. Ну, понимаешь, я такой парень, как бы... Эмансипированный? Нет, ну я наоборот не эмансипированный. Эмансипированные парни как раз, это называется сплит-чек в Штатах и в Европе. Там все как бы чики-пуки. Я так не умею. А, старой формации. Да, ладно, я как я раз старой формации, французской, да. Старой формации, ну, а не французской новой формации. Потому что там... Но это что-то мне Серега там понадавал. Ну ладно, я с ним потом сочтусь. Но это очень много. Я с ним потом сочтусь. Мы тут, если столько выпьем... Ну, неважно. Понятно. Как долго существует ваше заведение? 5 лет. 5? В феврале 2023 исполнится 6. Ну и, конечно, наступит 2023. Я оптимист. В смысле? А что, он может не наступить? Ну, а кто его? Мы сразу 24-го. Да, все. Как говорится, лучше делать. Так, ну что, все ушли, тетя снимает, давай. Давай. Тетя делает традиционный армянский коктейль. Да, который называется априкот, да, как говорится. Сделанный украинскими руками, хочу заметить. А это подтанцовка рядом. А вот парень спрашивает, по какому каналу это будет? Это не по каналу, это по YouTube каналу. А, хорошо. По какому? Наберите в любом поисковике Павел Перец и найдете. Павел Перец, очень просто найти. Отлично. Значит так, готовим. Там уже есть несколько выпусков из Питера, посмотрите, мы тоже ходим с девушками. Там есть питерские бары. Мастер-класс. Сколько вы учились здесь этому искусству армянского коктейля? Меня просто поцеловали армяне, я все сразу поняла. По-армянски поцелуй. Лучшее решение. Варенье. Оп. Раз. Мёд. Армянский, естественно. Конечно. Берем армянский лимон. Да, конечно. Наливай в армянскую сталь. И спускаемся вниз. Наливаем. Украинский сок. Ладно, гранат. А как вас в Инстаграме? А точно так же Павел Перец. Наберите. Армянского. Вот, это я. Армяне же придумали все, что из граната. Ты, а ты вообще в курсе, что армяне придумали все? Все, все. Все. Написано все. Да. А между прочим, ты зря смеешься. Давай, давай, мочи меня, мочи. Ты зря смеешься. Банкомат придумали армяне. Вот этот вот фен, помнишь в советское время, что все да. Тетки сидели, вот да, этот да, ужас? Да, да. Это придумал армянин. Автоматический смеситель придумал армянин. Даже цвет долларов зеленый, запатентованный, тоже придумал армянин. Соединенные Штаты Армении. Бетономешалку придумал армянин. Ну, американский. Ну, в принципе, ты перечислила все. И я тебе скажу. Не, ну я тебе скажу больше. После того, как он придумал бетономешалку, как раз таки пошло развитие настолько. Ну, разросся Нью-Йорк, и настолько его отстроили. Так что так, ты зря... позови Серегу, спроси, он будет бухать? Спроси, он будет пить? Серега, Паша говорит, ты будешь пить армянский коктейль национальный? Да? А Рак не может, он задыхается. Вот так, друзья мои, должно происходить нормальное общение между... Ты даже не осмелился попробовать? Я уже чувствую. У нас проблемы, Сереженька, это все
Я просто не ел сейчас на голову. О, потребить. Нормально. Ты мне, кстати, слишком много денег дал. Но я все равно тебе. Давай я попробую. О, да, дайте мне, пожалуйста, ручку еще. И что тебе? Я узнаю гранат. А почему он национальный? Потому что я приход на... Ты же армянин, ты должен это знать. Из всех армянских ингредиентов. Ты же должен это знать, армянин. Скажи, выскажи свое... Славянское фи? Не-не. Он фи же нет, он негриту хотел. Негрони, да. Ну, как ты, что ты скажешь? Ну, нормальный коктейль, что я скажу? Армянский, не армянский. Так, Серега, иди, управляй IT-процессами. Я диджитала позанимаюсь. Не проникся. Так, Татьяна, ну глотни. Не проникся, давай. Что ж, я тоже вторую трубочку сейчас суну. Я думал, ты что ж, я тоже армянка. Да-да. Это просто не передать словами. На самом деле, объективно, предыдущий был круче. Ну, извини, да? Ну, согласна, да? Просто мы, конечно, отдадим дань национальному. Но просто они молодцы, что они такое придумали. На, добивай. Все. Да. Люди, мы столько не можем попробовать. Так, подождите, что там следующее по очереди? Ну вот это твое негроидное. Негроидное. Афроамериканское. Color. Ты знаешь, как во Франции называют негров? Black. Black? Даже не нуах. Black. Black. Да. Просто Ереван Мьюлес, знаете, есть Москва Мьюл, там да. Водка, Имбернель и Соплайма. А у нас есть Ереван Мьюл, там добавляется 2 вида коньяка, то есть каприкосовый и пятилетний, немного сироп груши и джинджер эль. Сейчас я готовлю. Если хотите, приготовим и назад негрони. Вот так зашли мы на один коктейль. Не, но он хотел попробовать именно да. Сравнить с питерским. Ну да. Не-не, вы не гронь, да, готовите? Да. Все. Не-не, Жень. Не-не. Заметь, я думаю, что вот, например, водку они получают вот в этих самоварах. Самовар ведь тоже придумали армяне? Самовар китайцы придумали. Если ты думаешь, слушай, что это были русские, а до них слушай, я то, что я из России, это не значит, что я тут сейчас начну... Пельмени, кстати, тоже... Как и блины, на самом деле. А между прочим, я была просто поражена, оказывается, матрешку тоже. Ты вот это, кстати, зря делаешь, потому что там будет шуршать. Да, сори. Это первый раз, больше не повторится. Первый раз, как и последний раз. Слушай, ну, понимаешь, до сих пор между нами и Польшей идет война, кто водку придумал. Поляки считают, что они, русские считают, что мы. Вот. Ну, на этот счет не могу сказать свое мнение. Ну, наконец-то мы нашли предмет, насчет которого ты не можешь что-то сказать. Не, ну если не могу, я же честный. Посмотри в мои честные глаза. Я потому тебя и выбрал. Я смотрю, идет человек с честными глазами. Я думаю, его надо брать. Ну, конечно, потому что он именно признается, что он не знает ничего по происхождению водки. Да. Негрони, да? Так, ну давайте. Тут уж я, извините, включаю свой типа. Вкус эстета и знатока. Очень. На самом деле... Вот тот, который... Этот очень похож на второй негрони, который мы пробовали, когда мы гуляли с Татьяной, которая приехала из Германии. А у Татьяны, которая водит по барам, по закрытым, он был более мягкий. Этот более, ну, такой... Здесь более... Резкий. Больше, да, более резкий, да. Попробуешь, нет? Попробуешь, скажешь свое мнение. Ну, буквально, глотни просто. Никогда. Да? А, ну ладно. На, его, добивай. Ну, приятно. Ребятки, я не могу сравнить, можно вам заплатить, сравнить? Пожалуйста? Ну как, понравилось? Коктейль прекрасен. Я
почувствовал в нем исключительно... Нет, ребят, нам хватит. Учитывая то, что я вообще, в принципе, человек не пьющий. А здесь только негрони, а остальное угощение. Народ такой, да, нужно угощать. Так. 31. А, это 3, господи, а я... Это хватит, но можете мелочь убрать. Три, 190. Деньги. Сейчас. Ну, у меня просто не набирается на это, на их сумму. Мелочи. Тебе Сережа же дал? Ну, он мне дал крупные. Вот я сейчас ее и поменяю. Да, спасибо. Все, пошли. Народ, я хотела вам сказать спасибо большое за такой радужный прием. Вы молодцы. Можно сделать все ритуальный? Иди сюда. Классный мут. Я вам поцелуй. Хочу пожелать. Человек из Питера и человек из Украины. Хочу вам пожелать прекрасного настроения, всегда все. Позитива и кучи посетителей. Пока. Ну все, он там выпил, все в баре, все, заведение закрывается, мы пошли дальше. Вож краснокожих. Так, пойдем еще в какое-нибудь одно... Говорим условия возврата, еще раз. На один я еще готов. Еще на одно заведение, пойдем. Да, потому что потом нам Серегу накормить надо. Что? Серегу накормить надо, он не ел с утра. Это же с вашего офиса, Павел. Только я не знаю, где же мы будем делать это в Ереване? Здесь же нигде не кормят. Между прочим, сотрудник Real Web очень хорошее место выбрал. Это фастфуд бар барбекю, но он очень классный, очень вкусный. Здесь просто потрясающая шаурма, просто невероятная. Да? Слушай, я зайду сюда завтра. Очень вкусно. Я вообще, честно говоря, не любитель фастфуда, я никогда не хожу в фастфуд, но бар барбекю это на самом деле на высочайшем уровне. Он называется барбекю. Как называлось первое кафе, где мы были? Док. Док, а ресторан куда с печами? Он же новый. Он же новый. Я не помню. Я тут все знаю. Так он только открылся. Ля-ля-ля, 3 рубля. Занятый человек, я не могу прям. Куда мы идем? Веди нас. Ну вот, кафе Д'Анджело. Все, кафе Д'Анджело, и там я предлагаю закончить наш прекрасный тур. Как скажешь, мы можем еще многого показать. Я вообще не... Вот тут можно просто идти, как бы, и... Ну, это... давай зайдем вовнутрь, посмотрим. Нет, ну, естественно, конечно, да. Мы-то сидим в основном снаружи, но... Слушай, ну, наверное, все-таки кафе Д'Анджело, мне кажется, а не Д'Анджело. Не знаю, они почему-то так его называют. Так, ну что? Оно такое а-ля европейское. Коктейльчик, я так понимаю, напоследок. Мы же ни разу не пробовали коктейли здесь до этого. Вообще ни в одном месте. Ты серьезно хочешь еще попробовать коктейль? А что ты хочешь здесь попробовать? Ты же хотел вроде попробовать десерт. Не, десерт я не хочу, потому что я сейчас хочу поесть нормально, а после этого я поем десерт. А если я сейчас поем десерт, я собью себе настрой на нормальную еду. Понятно. Поэтому... Ну тогда пробуй коктейль. Коктейльчик, да? Хорошо. Вынуждена, ты совсем не хочешь. Я не хотел, но мы выполнили программу, как мы и хотели. 4 заведения, про которые я тебе говорил. Да. Она просто переживала. А вот мы не расскажем про то. Про все, 5-е, 10-е. Потому что очень много интересных мест, очень много. Даже вот у ребят, которые владеют вот этим вот заведением, у них еще очень много. Вот этот бар барбекю их, у них еще есть пивная Дорс. Тоже очень классно. А, кстати, я тебе же говорила, у нас есть пивные,
И там на месте варят пиво. Тоже да. Очень классное, интересное заведение. Мы туда не попали. Слушай, ну, учитывая то, что пиво изобрели армяне, что же там делать? Так, давай обратимся. Ты умеешь говорить по-армянски? Да. Срази их своим знанием местного языка. Нам нужен фирменный коктейль. Մեզ բանը, ֆիրմայի նիչեր կոկտելը պետք, որը համարվում է ձեր այցեկարտը։ Բասուրը կոկտելը, մի դրամեջ մտնում է ջին։ Ես կրուսերյան կկավանակ պատմեմ։ Կա ես արդմանը։ Կարում եք սկվել ձեզ ավելի մեջ։ Значит, визитной карточкой их заведения считается коктейль Азура. Туда входит джин, իրամիչ թեյա, մարջերը բատրֆլայ թեյի դամպտում, որով մենք դիֆյուզենք ալու իրան, ինա տալիս ջինի։ Ա, մանուշակ, էտա, լիշ, էտա ցվիտով, նիզաբուտկա, որ, մանուշակ, էտա նիզաբուտկա, ձեզ? Самое сложное в иностранных языках – это… Давай. Просто фиолетовый. Давайте. Там, значит, какой-то цветок, который они путем диффузии, этот цветок дает цвет джину, фиолетовый. Давайте попробуем. И там идет жидкий белок, лаймовый сок. Давайте, вот у вас замечательно получилось, зря вы не хотели. Даже, может быть, лучше, чем у меня. Потому что первый коктейль, который мы пили, там тоже был, по-моему, белок, я да, помню. Да. Вы один хотели? И тоже джин. А? Один? Да, один. Вот тот, который нам больше всего понравился. Больше понравился. Давай с этим сравним, потому да. Что они очень… Не, ну тот все-таки с цитрусом был. Да, тот с цитрусом, да. Но там чувствовался джин, да. Поэтому сейчас мы здесь. Ну так, очень отдаленно, на втором плане чувствовался. Скажи, пожалуйста, вот… Человек, который приезжает в Армению, в Ереван, и который, ну, хочет устроить себе какой-то действительно гастротур, допустим, он же потеряется в количестве ресторанов, кофеен, вообще да, все. Да, конечно. Да, то есть по каким критериям? Вообще, я тебе скажу, когда я приезжаю в какую-то незнакомую для меня страну, я всегда смотрю, где много сидит местного населения, туда и сажусь. Но в Армении, так как его большинство, это не работает. А более того, я тебе хочу сказать, это не работает и в Париже в том числе. Потому что ходил я и в те рестораны, где сидят не, местные. Нет, если это не на центральных улицах. Ну. На центральных улицах в основном туристическая. Фастфуд такой на самом деле. То есть это как бы еда, но она фастфудовая. На самом деле в Армении есть несколько, например, в том же самом Ереване есть несколько очень классных ресторанов армянской конкретно кухни. Например, армянская кухня очень вкусная, есть такая улица Арами, и вот там есть ресторан Ясаман. Очень вкусная армянская кухня, очень достойная, всегда свежайшие продукты. Подожди, армянская кухня. Назови мне какие-то несколько таких классических армянских блюд. Например, там вы можете попробовать очень вкусный шашлык. Из разных видов мяса. Там то, что вот мне, например, очень нравится, там есть кебаб из раковых хвостиков. Очень достойный, очень вкусный. Говорят, у нас в Питере есть, вот Марина говорила, да, шаурма с креветками. Я думаю, это похоже. Вот, значит, есть ресторан. Он принадлежит сети Еремян, он называется Ереван Пандук Гетапы. Он находится под винным заводом, нашим старым армянским винным заводом, в ущелье, на берегу реки. Кстати, отсюда очень недалеко, это кажется, что там ущелье, там это где-то далеко, но это я тебе хочу сказать, что по моим меркам здесь все недалеко. Да, это, но это в центре города. Это по вашим меркам. 15 минут на машине, боже, это там же… Там тоже очень вкусный шашлык, там очень вкусная толма, там очень вкусные ишли кюфта, там очень вкусная кюфта. А самое… Что такое кюфта? О, это классная,
это вообще бомбезное армянское блюдо. Хотя я тебе скажу честно. Армяне, конечно, это блюдо предпочитают есть более холодные месяцы года, не летом. Это, значит, мясо, столько оно отбивается. Раньше отбивали между камнями. Ну и сейчас как-то это механизируют. А, его долго-долго-долго отбивают. Да, да. Все, я понял, оно что вот это. Прямо такое разбитое в кашу. Потом это все смешивается с луком. А, причем соль не добавляется, потому что перед тем, как отбивают мясо, его выдерживают в соли. И оно уже настолько пропитано солью, что при приготовлении соль не добавляется. В общем, это все варится в таких вот шариках. Слушай, а он за цветами побежал или куда он вообще делся? Может, не он делал. Ага. А, может, он нам рассказал, а делает вот молодой человек, который что-то там какой-то цедру. Ну, а то я думал, может быть, он на какую-то клумбу пошел срезать их. Может, и так. Есть, кстати, в Ереване не только с армянской кухней, очень есть хорошие стейкхаусы, очень хорошие итальянские рестораны. Скажи, пожалуйста, а вот есть, что армяне едят на завтрак? На завтрак едят, наверное, все то, что, в принципе, остальные народы мира едят сыр, какие-то закуски с хлебом, едят яичницу. Кстати, вот я знаю, что у евреев она называется шакшука, у армян она называется лоликов дзевадзех. Это яичница с помидорами, это очень вкусно. Едят это, едят вареные яйца, едят, в принципе, тот же самый овсянку, ну все что угодно едят, кому как нравится. Не, ну потому что ты говоришь, все народы мира. Я тебе могу сказать, что вот, раз мы все время про Францию говорим, французы могут съесть булку с джемом, запить кофе, и это типа у них завтрак. Но в принципе итальянцы тоже круассаны едят на завтрак, они тоже такое что-то. Нет, больше, наверное, завтракают. А, кстати, или завтракают вот так как-то очень основательно, или же есть люди, которые завтракают только чашкой кофе. И кушают уже только часам к трем. Вот есть такие люди, да, которые хватает вот от... К трем часам же ты же уже как волк голодный. Ну вот так вот, да, им хватает этой, потому что пьют друг за другом несколько чашек кофе. Дома пьют кофе, потом приезжают на работу, пьют кофе. А кофе, как известно, он купирует, в принципе, в определенной степени чувство голода, и поэтому люди часа в три только первый раз кушают. Есть и такие люди, и их очень много, которые не завтракают. Есть какое-то распределение четкое по часам приема пищи? Ну, опять-таки, во Франции стопудово. Между 12 и 2, все встали, пошли есть. Значит, 7-8 – это ужин. Так как армяне вообще люди, которые не любят какие-то стандарты и границы, в которые их пытаются поместить. Я увидел нашего парня, он трясет нам коктейль. Он диффузирует. Диффузирует цвет цветка. Камера подвисла, мы сделали change of plan. Ты посмотри, какой цвет. Причем он натуральный. Натуральный, да. Ценность. И огурец. Это чтобы закусить. Ценность. Извините, этого цвета огурец в том, что он натуральный. Ну скажи свое мнение. Сейчас ты скажешь, что первый был лучше. А почему огурец? По-моему, там есть огуречный сок, ты не почувствовал? Возможно. Такой послевкусие огуречное какое-то. Не чувствуешь? А тут есть огуречный сок? В нем есть огуречный сок? Нет, огуречный сок у меня там есть во время шейка, там один огурец добавляем, чтобы огурец не перекусил. Все, я понял. Теперь я понял, почему огурец. Это намек. А чего там добавляют, я не поняла. Огурец они туда добавляют. Ну, я же говорю, шейк. Огуречный вкус. Ну, такой интересный. Себе. Но я тебе скажу, мне этот понравился больше, чем предыдущий. Чем вот национальный. Да. Ну да, наверное. Ну ладно, это мы отдадим Роме, чтобы он добил.
Так, друзья мои, я сейчас буду расплачиваться в последнем нашем баре. Все, что вам надо знать, я сейчас скажу за кадром. Извините за артефакты на некоторых кадрах. Уже вторая GoPro у меня летит, хотя здесь подозрение на карту памяти какую-то, которую мы купили в Ереване. Меня уже спрашивают, буду ли я водить экскурсии по Еревану и Армении. И, конечно же, нет. Мне хватает Петербурга и Москвы. К тому же я занимаюсь рядом проектов, как для Лахта-центра, отрывки из которого вы можете видеть сейчас на экране. С анонсом всех моих мероприятий можно познакомиться на сайте, ссылка на который есть в описании под этим видео. Там же можно приобрести мои книги. Их же можно приобрести после моих экскурсий. В этом случае я их подписываю. Ну а новые проходки по барам Питера уже не за горами. Ну а уже той самой Татьяне большое спасибо за такой увлекательный тур. Потому что я уже хочу а. есть, б. в туалет, с. наконец посидеть и пообщаться с вами в совершенно неформальной атмосфере, чтобы вы нам рассказали про все на белом свете. Ну, я надеюсь, что я смогла сделать твою передачу интересной. Конечно. И смогла передать дух Еревана хотя бы немножечко. В отдельно взятый конкретный отрезок времени. Да. Комментарии туда. Пока.